Привет, меня зовут Георгий, я приехал из Одессы, буквально сегодня утром, с поезда, сразу в офис. Тут мне вручили вот такой вот чудесный подарок, который я, в принципе, получить не ожидал. Никто мне в этом не верил, честно говоря, но я верю до последнего, и, как видите, они у меня. Будем надеяться, после этого видео поверят. Да, я тоже на это надеюсь, и все, кто меня отговаривал, что не надо ехать, зачем, это все неправда. Вот они, два симпатичных HTC Wildfire, один белый, другой черный. А чем ты занимаешься? Я врач-психиатр, сейчас прохожу интернатуру в Одесской областной клинической больнице номер один. Вот. В принципе, увлечений у меня много, люблю футбол. Да. Сайт ваш постоянно посещаю, очень мне понравился. Как попал на него, уже не помню, или год, или полтора назад, вот так с него и не вылажу, собственно. А как попал? Честно говоря, не помню, или какой-то обзор где-то увидел, или ссылочку где-то, вот не помню. Но где-то в интернете нашел. Не понял. А это, я так понимаю, не первый конкурс, в котором ты принимаешь участие? Да, это не первый конкурс. Я на N90, по-моему, принимал участие, какие-то еще конкурсы. Но вот последний конкурс я не успел. Не понял, что надо сделать, честно говоря. Я искал мини какой-то, фантазии, наверное, не хотел. Хорошо, тогда остается только передать какой-то привет читателям, оставить какое-то пожелание для участников конкурса. Что я могу пожелать? Могу пожелать, чтобы читатели участвовали в конкурсах, выигрывали, не разочаровывались с проигрыша, постоянно участвовать. И когда-нибудь вы выиграете, как это сделал я и много предыдущих людей. Спасибо. Вам спасибо.